Можно о плохом. Нельзя все время о хорошем. Конечно. Слишком приторно. Наша ведущая команда «Бентоу Белас» сейчас находится без денег. Без денег. И спонсоры, которые ее курируют, это наш Белас в лице генерального директора, заявил директору «Бентоу Белас», что деньги вы получите тогда, когда дадут деньги на футбольную команду. Вот и все. Покажете вы это по телевидению или не покажете, я этот вопрос поднимал на самом высоком спортивном уровне. Я думаю, что... И когда нету денег, какая тогда может быть игра, какие могут быть перспективы? Поэтому мы говорим сегодня о хорошем. Да, хорошего у нас больше. Но те вопросы, над которыми надо работать, и которые собственными силами не может осилить федерация, допустим, я считаю, что это надо выносить на экран, на большой спорт, чтобы услышали те. Потому что получается так. Завод государственный, а распоряжаются деньгами, как будто бы достают собственного кармана. Если где-то накосячили представители других видов спорта, то это не гандболу. У нас таких косяков нету.